Каждая исцеляющая моя картина пропитана потоками энергии красоты, радости, изобилия. И с каждым днем эти потоки увеличиваются. Чем больше людей соприкасаются с картинами, тем мощнее становятся эти потоки. Они расширяются и заполняют все пространство вокруг человека. Люди становятся красивыми, радостными и живут в изобилии. Приобретая любую исцеляющую мою картину, человек улучшает свою жизнь во всех сферах. Находясь в пространстве картины, обретая чувство глубокого спокойствия, в его душе зарождается радость. И с каждым днем это состояние расширяется и увеличивается. Оно передается на всех людей, кто его окружает. Отношения становятся красивыми, гармоничными, интересными. Люди хотят находиться рядом с друг другом и кайфовать от этого состояния. Они наполняются от общения друг с другом, становятся счастливыми от этого взаимодействия, начинают слышать и понимать друг друга. Человек начинает кайфовать от такого взаимодействия с людьми. Он начинает любить себя в этих красивых отношениях. Человек становится магнитом для денег. Находясь в пространстве живой картины и взаимодействуя с ней, человек раскрепощается и сбрасывает с себя оковы страха и недоверия к миру. Он становится видимым для самых лучших возможностей. Энергия денег распознает импульс, энергию человека, и у денег появляется желание взаимодействовать с таким человеком. Энергия денег хочет дружить с ним, хочет находиться рядом с ним. Человек обретает способность привлекать и создавать деньги. Он начинает обладать магнетическими способностями. В своей деятельности он привлекает больше клиентов. Он становится интересным для людей, и его услугу или продукт хотят купить. Человек становится уверенным и любит себя, свой продукт или услугу, своих клиентов. Это потрясающее чувство. Находясь в пространстве исцеляющей картины, человек наполняется светом, энергией красоты и радости. Тело человека начинает наполняться, и каждая клеточка организма насыщается исцеляющим светом, и человек становится здоровым. От этого света происходит омоложение всех клеточек тела человека. Он начинает как бы светиться изнутри, становится красивым, привлекательным, уверенным в себе, чувствующим глубину своей первородной силы. Человек начинает расцветать. Он уверен в себе, он нравится себе, он кайфует от самого себя. Человек начинает понимать свою глубину и свою силу. Он постепенно начинает раскрывать себе свои способности, заложенные в нем при рождении, свои таланты. Он начинает слышать и чувствовать себя, раскрывается новым знанием. Постепенно переходя на новую ступень своего развития, он все глубже познает мир, Вселенную и себя в этом пространстве. Он находит свою уникальность, свою истину. Он знает, для чего он пришел на планету Земля. Он принимает все свои сильные стороны, свою мощную силу. И Вселенная открывает для него невероятные возможности. Человек наполняется энергией удачи и везения. Вот такие красивые исцеляющие потоки заложены в каждой моей исцеляющей картине.